Монета 10 копеек. 1982 года. СССР. Ленинградский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупное число 10. Под ним одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Копеек». Ниже указан год чеканки монеты. Дата 1982. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, символизирующие богатство и изобилие. Колосья дополнены в нижней части двумя дубовыми листами. Дубовые листья символизируют мир и силу. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб СССР, образца 1956 года, с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. По числу союзных республик, входящих в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между перебитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом между вершинами колосьев отчеканена пятиконечная звезда. Под гербом одной горизонтальной строкой обозначена аббревиатура государства. Надпись «СССР». Формы букв округлые. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый. Монета образца 1961 года отчеканена из Низильбера марки N10. Сплав 58% меди, 30% цинка и 12% никеля. Вес 1,8 грамма, диаметр 17,27 мм, толщина 1,2 мм. Чеканили монету в рамках обновления Ленинградского монетного двора в начале 1980-х годов. Тираж 500 миллионов штук. Средняя цена 5 рублей. Монета имеет разновидность, различающаяся по аверсу. Слева и справа от земного шара вторые колосья с внутренней стороны с остями. Справа от звезды наружная гребенка остей с уступом. Сейчас покажу на схеме. Вот разновидности. Гребенка прямая и гребенка с уступом показана. Такая монета стоит до 1200 рублей. Имеются монетные браки. Раскол штемпеля, как вот здесь, стоит от 100 до 1000 рублей. Монетные браки в виде разворота аверса и реверса более чем на 90 градусов тоже имеют повышенную цену. Самые дорогие монеты с разворотом аверса и реверса на 180 градусов. Также встречаются браки в виде смещения штемпеля, как вот здесь. Стоит до 1000 рублей. Браки в виде выкусов стоят от 6 до 300 рублей. Встречаются монеты с гладким гуртом, это тоже брак. Стоит 350-500 рублей. Есть монеты улучшенного чекана в составе годового набора. Такие монеты стоят до 500 рублей.